Что, игрушки готовы? Игрушки готовы? Да, вот одна и вот вторая. Так что игрушки готовы. Дети, налетай. На тебе одну. От давай, Стёпе. Ознакомьтесь, пожалуйста, не надо сразу. Вначале ознакомьтесь. Маняша, вот, Маняша, пойдем. Маняша, так, иди сюда. Вот, знакомимся. Опа. Манечка, да. Это надо брать. Это надо брать в руки. Бери, и разбираться с этим. Сам бери. Давай. Вот. Маня. Оп. Маня, Маня на лесенку полезла. Маня у Насти. Все у меня, друзья. Да, Маняша. Да? Смотрите. Ой, какая интересная вещица. Так, Маня пошла путем другим. А нет, все, вернулась к старому. Я думала, она сейчас верхушку оторвет. Кусает. Степка расписывает. Степа уже там разрывает. Надо справиться с этой трубочкой. Манечка. Можно бы кабушку еще оторвать. А там что, Степка? Там вкусняшки, да. Сухофрукты, орешки, семечки. В картонной ловушке. Как раз и зубам. Есть, да? И зубами, и пальцем, и мозговой деятельности. Будете сообразительными. Угу. Супер сообразительными. Ваши родственники не будут, так сказать, не знают таких. Таких игрушек не знают, да. Так, кто пришел? Кто пришел? Маня уронила. Опа, Маняша. Да? Так, Степаша на маленьком нашем канале. Так, Степа, Степа! Да. Вот уж. Маняша, бери, бери его штучку. Они одинаковые. Вот Степка, Степка. Да? Ай, что, девочка? Ай, ты уже даже достала что-то там, да? Да, у нее во рту есть вкусняшка. Давай, бери, бери, Манечка. Манечка, иди бери вкусную штучку. Бери, бери. Степа! Смотри, надо и свое, и чужое. Вот они. Так, Маня, ты куда ускакала? Ушла, ну, Манечка, что подбирать, что там выпало. А там только картоночка. А там Маняша. Еще я насыпала этих, без сахара, этих хлопьев, короче, как мюсли получилось. Практически, да. Она нашла эту... Картоночку. А, нет, хлопья. Мюсельку, да. Да, 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 девочка, да. Ну, что, моя сейчас хорошая. Сейчас Степа, скажи, я и за Маню справлюсь, и за себя. Все вам открою, распотрошу. О, занятие какое. Сел на кокос, смотри, как на стульчик. Разрывает, потрошит. Степан потрошитель. Манечка, ну, бери второй тубус, бери. Вам надо их 4, да? Не, просто у Мани... каждому хватило. У Мани не хватает столько внимания сконцентрировать на одном предмете. Я только сюда. А ты куда хочешь? Я хотела к Стёпке. Вот оттуда можно. Ну, он же сидел спиной. Ой, 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 ой. Что там? Доставай, доставай пальчиками. Надо было побольше, может, дырочку сделать. Ничего, разорвет, да. Как бы в этом же и прикол. В этом-то и задача. Степан, это уже какая-то это жадность. На одну сел, вторую разрывает. Маняшка. Да, Маняшка. Ты же пусть откроет мне, да, потом я там найду. Что, высыпется? Да? Кто эти мои зайцы? Я маленький лапки, у Степки такие крепенькие. Говорю, ну я потому что девочка, я же девочка, я же девочка, да, я же девочка. Ты же дома мужу банку приносишь открывать? Приносишь, когда он дома. Пальчики, да? 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 Опа, ну что ты там бросил? Чтоб ты не сама. У них занятие там умственное, видите, головоломку разгадывает. Эволюционирует. Развивашки для обезьян.
развиваем мелкую моторику. А потом раз, замки открыли, да. А там сухофрукты, орешки внутри. Не-не, там есть, достать просто сложно. Добраться надо, да? Там всё. Такой плотный картон, толстый. Ой, Маня там на пенечке, смотри. Манька загуляется. Ну все, покусать. Тут можно. Бери, Маня, бери. Нужно, да? Степа, ну не забирай у нее. Манечка. Степан, это жадность называется. Жадность, ты в курсе? Вот так она и выглядит. Мария, в курсе? И что вы мне сделаете? Я вообще-то обезьяна. Ой, ой. Держится, да, такой? Маня, ты куда на лестницу? Наверх. Ага, Маняшка. Что ты там нашла? Что-то? Вот, поджевывает. Это инжирчик, что ли? Зелененько. Это яблочко. Яблочко вроде. Умастилось. Да, похоже на яблочко. Степа, ты тоже? Ну, и ты сюда же. Не успеть. А, там что-то выпало из трубы. И Маня вниз. Ай, Маня подобрала себе трубочку. Маня трубочку себе подобрала, да? Степа! Степа! Ух ты! Смотри, смотри какой. Жадина. Все надо забрать. Ай-яй-яй. Жадный какой. И бросил вот. И бросил же. Вот уж Степка, Степка. Доставай, доставай. Да. Просто слишком штука интересная. Манечка. Скоро Степа начнет беситься. Эта штука меня бесит. Ты куда? Съем на жердочку. Вверх-вниз, вверх-вниз. Угомонись. Ай, Манечка посмела взять. Пошла, да, она пьет. А Степа лежит. И ногой, и рукой. Можно, да? Маня прям прыг-прыг такой. Попробуй этот кальмин. Разрешите. Один туда, другой туда. Степан! Ты ее трогаешь опять. Вот. Маня, окуни его в тазик. Охлади, пацана. Ты как они, да? На целый день забавляем. Ну, на часик, я так думаю, точно. Ой, а вон там дальше черненький такой. О, засмотрелась на кота. Вот там вот. Видите? Все, пошли игрульки. Ха-ха-ха!
что, Степка? Дети счастливы. Обезьянка, да? Да, сейчас она тоже.